бесить, Катина, тебя бесит. Нет, так не вот снимай как мордочку какую-нибудь. Да, все, как... Это уже третий шприц. Ой, какая ты молодец. Потому что он сегодня не хочет сам есть. Сегодня только через шприц. Поняла, да? Сбоку надо кормить. Потому что если спереди, у него там болит, болят зубы. Ну, корми сама ему. Все. Ай! Вот, наберу вот так. Набираю опять. Ой. Он сейчас сёп, сопли. Да какой здесь ты молодец. Не, он не сопли, он просто давай. Так. Это он лишнее выкинул. Давай, мой малыш, мой сладкий. Вот как кормить маленьких, беззубых. Не, он зубастый. С поломатыми челюстями. Он уже половину баночки съел. Ах, ты обжорка маленький. Он весь день нас ждал. Голодный ты маленький. Я ему один дала, но это так... Давай, ешь. Дубль-дубль. Ой. Бедный, небо зашитое. Но мы китарол колем каждый день. Я как свинья. Кто ребенка кормила? Мама, что он сделал? А я... Лаки, мой мальчик, ты сам тоже покушал немножко? Лаки, мой хороший, смешной котик наш, да? Лаки, лакушка. Это моя собака, такая маленькая собака моя. Надо тебя купать. Ну, пока. Боюсь. Ждет, все как лапами перебирает. Ждет капельницы. Что, двойка есть? Да. Вы пары. Всю дорогу ехал, тоже мурлыкал. Пытался на ко мне перелезть. Чем пахнет? Чем? В12? Не. Уколом. А? Так, еще мусор. Так, В12. Как он смотрит. Да, это тебе, братан. На нем. Там что-то как для кастрира просили. Какой? А вот это что? Выключили. Конкретного. Миша еле дышит. Сиди. Ну, он такой терпеливый, вроде бы, немного. Домой. Ты хороший мальчик. Терминатор. Молодым жалоба. Мурлыкает. Ой, шипит так. Что такое? Волосы свои хавает. Голодный. Зеленкой, да, надо будет? Угу. Болезненности нету. Угу. Ходит. Покажи зрачки, покажи свои зрачки. Моргни, вот так. Моргни глазом. Моргни терминаторским глазом. Так, тут обработали. Что?
Что с твоими зрачками? Что? Так, тихо. С каждым днем все хлеще и хлеще, да? С каждым днем ты все сильнее, да? Терминатор. Бедненький. Что с носиком? Да. Ну да, он второй шов разошелся. Ну, короче, завтра буду делать эту. А, вспышка не работает, ну ладно. Так, колем, да? Да. Ух ты. Подожди. Лаки, мой хороший. Лаки. Я уже все, что сделала, все, что могла, сделала. Уже уколола. Уже ветеринар говорит, ну, уже все сделали, что только можно. Просто я уже не знаю, мне просто остается вот так сидеть и видеть, как он угасает. Он очень часто дышит. И, скорее всего, это отек головного мозга. То есть нас когда вписывали, уже диагноз ставили, что он, скорее всего, погибнет. Прогноз был поставлен, что он, скорее всего, погибнет. Потому что очень сильная травма головы. Но ему так хорошо было. Он, блин, я как представлю, как ему, как он себя хорошо чувствовал, как он просил кушать. Боже, я уже сердечно уколола. Мы же прямо сейчас сделали капельницу и все сделали. Ну почему? Вот что делать? Он часто дышит. Я уже не знаю, что делать. Лаки, уже глаза запали. Я под себя в туалет сходил. Только ему резко плохо стало. Вот просто ему хорошо было. Хотя где-то с обеда ему плохело. Уже капельницы, уколы, все сделали. Лаки. Ты голову поднял? Лакушка. Лакушка, давай ты будешь жить, пожалуйста. Давай ты будешь жить, Лаки, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Нет, он, ребят, совсем осунулся. Очень-очень тяжело дышит, ребят. Очень тяжело. Господи.